Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Третье задание на странице 47 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. На каждом рисунке сравним множество точек, лежащих на прямой и вне прямой. Где точек больше, меньше, поровну. Смотрим на первое множество. На прямой одна точка, вне прямой две точки. Точек на прямой меньше, чем точек вне прямой. Смотрим на вторую прямую. На прямой две точки, вне прямой одна точка. Точек на прямой больше, чем точек вне прямой. И на третью прямую смотрим. На прямой одна точка, вне прямой одна точка. Точек на прямой и вне прямой поровну. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.